Здравствуйте, Кирилл. Это видео про ваш переходничок КПАН. Вот, как видите, одуванчик установлен. Я сейчас вам покажу, как я вам уже говорил, как правильно устанавливать, чтобы не сломать одуванчик. Вот то, что я вам говорил, вот эта вот контактная группа на D90. Посмотрите вот с этой стороны обязательно на то, есть ли там винты или нет, чтобы не сломать крайний контакт. Итак, смотрите, берем КПН без объектива. Учимся одевать без объектива. Красную точку и, соответственно, средний контакт одуванчика совмещаем с белой точкой на камере. Немножечко углубляем и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка, чтобы защелкнулся штырек стопора. Как я вам говорил, для экспериментов я запрограммировал одуванчик от 2,8 до 10 и фокусное расстояние 1000 мм. Точно таким же образом, только в обратном направлении, мы снимаем переходник с одуванчиком. То есть, когда вы его одели, вы можете вот в ребре переходника вот эти вот три винта. Вы их немножечко отпускаете, сажаете объектив и делаете съемку. Потом, чтобы снять переходничок с одуванчиком, опять же, чтобы не сломать контакт, нажимаем кнопочку стопора на камере и поворачиваем по часовой стрелке. Ориентир вот этот вот значок. И аккуратно вытаскиваем. Показываю еще разочек. Красная точка на переходнике, белая точка на камере. Немножечко углубили и повернули до щелчка. Сейчас я это все упакую и очень скоро отправлю вам. Спасибо за внимание.